Всем привет! Сегодня солнечный день. Я выбрался в свой любимый лес. И, соответственно, чтобы поискать, найти какие-то новые объекты. И зато рассмотреть варианты построения композиции в лесу. Нашел тут турник очередной. Иногда нет возможности воспользоваться штативом. Ну или как сегодня, я с собой не взял его. Поэтому я снял с разных точек, с разных деревьев, которые по пути идут в просеки. Просека это понравилось многим. Поэтому вот такой вариант еще съемки. Я нашел точку, с которой просека проглядывается, рассматривается. Соответственно, установил отсрочку и могу снимать вплоть до 1:16. Потому что за это время, за 10 секунд камера приходит в состояние полного равновесия. Вообще точка съемки в лесу самая важная. Поэтому в поиске точек съемки вот несколько объектов нашел, в том числе макро, малину, деревья, свет. Сейчас яркое солнце, поэтому нужна камера, которая позволяет динамический диапазон весь этот передать. Ну и, соответственно, небольшой опыт или удача, скорее всего. Еще один вариант, который я предпринял в другом конце речки, это съемка с земли. Здесь немножко приподнято корень, позволяет мне тоже найти съемку, в которую попадают еще дополнительные объекты, в данном случае повальные. Проходя мимо, вы можете обнаружить какие-то объекты интересные. В данном случае я увидел птицу. Здесь с разных ракурсов можно посмотреть. Предварительно, конечно, я его очистил от всякой веревок, которые все обвязали весь лес, чтобы вырубать его. Вот я проходил отсюда. Не особо такой интересный объект, хотя кто знает, может быть так получится, что с этого ракурса тоже будет хорошо. Первоначально был вот отсюда. Тоже интересный вариант, но что-то мне подсказало, что это не рога, а все-таки крылья. Позитивно мыслим, соответственно, мусор. С этой точки один ракурс. Соответственно, здесь уже самое интересное началось, потому что появилась голова, которую хорошо видно. Здесь можно даже крупный план какой-то сделать. Ну и с этой стороны я тоже сделал. Здесь уже с обратной стороны, где крылья. Сейчас попробуем еще. Ну чего, бедняги? Чего, бедняги? Прячетесь все?